Всем привет! Почти 10 утра, температура 13 градусов. Мы немного сегодня подальше от нашего города. С утра, возможно, было и 12, сейчас, мне кажется, уже потеплее, потому что уже немного стало теплее, чем было, поэтому, думаю, уже побольше, чем 12. В 8 вечера, у нас плюс 16, на улице тепло, подувает теплый ветерочек и уже садится солнышко. Как я вчера говорила, у нас перевели часы, прибавился световой день. В общем, теперь вообще у нас очень долго светло.